Господи, да что происходит? Пацаны, валите, собирайте вещи. Почему? Это не мои проблемы. Боже мой, как лагает. Пацаны, собирайте вещи нафиг. Быстрей. А тут ничего полезного нафиг. Боже мой. Цунами. Боже мой, быстрей. Я валю, пацаны. Не-не-не. Вы как хотите. Да ну, там цунами идет. Это цунами, это сразу. Ёптесь. Цунами! Они сейчас это сами все. Я... Не, ну кто куда, как говорится. А я вон туда буду. Поворачивай! Поворачивай, поворачивай, боже мой. Пацаны, аривидерчи, как говорится. Подождите, ну блин, ну как там за... Вот, что это? Это цунами, боже мой! Ой-ой-ой. Ой, все плохо, ой, все плохо. Бегите, бегите, подожди, бегите. Цунами! Быстрее, я вот даже сейчас без клавы буду, потому что... Пацаны, быстрее собирайтесь! Бриз! А ты что тут делаешь? Пацаны! О, боже! Кто это плывет? О, боже, не, я житель, прости, конечно, а я вот сюда. Быстрее, боже, я это не могу. Боже мой, что за... Кто со мной сел? Кто вообще? А, это Аня, боже мой, давай садись. Все, о боже, что происходит? Быстрее, боже! Не, пацаны, простите. Берите лодки тут все, кто можете, а я кто куда, погнали. Господи! Это цунами, пацаны, все, валим. Все, все за мной. Подожди, блин, главное написать. Все за мной. Все за мной, быстрей. За мной, боже мой, за мной. Все, плывем, просто плывем. Выбора просто нету. Боже мой, мать моя. Все, плоту конец. Я не успели мы собрать предметы какие-нибудь. Я не знаю, конечно, ладно, поплыли. У меня уже есть план, как сваливать. Вот это начало серии, конечно. Я просто хотел начать серию, а тут цунами появляется, откуда ни возьмись. Боже мой, как я сейчас обосрался. Я просто начинаю сидеть и вижу огромную волну просто. Она, фух, она от нас отстает, но она плывет. Она плывет, пацаны. Давайте все за мной, блин, некоторые без лодок, но... Садитесь кто-нибудь ко мне, надо кого-нибудь подобрать, подождите. Садитесь. Это арбуз. Арбуз. Кто-нибудь со мной сядьте, давайте. Давайте, садитесь. Кто со мной сядет? Давай, садись, Аня, я подвезу. Я таксист за бесплатно, боже мой, да сядьте вы. Вот, вы, вот, тут еще одно место есть. Давай, садись. Просто зажми. Зажми. Ну, зажми. О, о, все, все, поехали, все, я забрал, блин, Макса заберите, о, все, Макс, садись, все, поехали. Ёптите, как она приближается, это кошмар. Пацаны, валим. Все лагает, да, я знаю, что все лагает, потому что цунами нафиг. Что это? Островок? Что? Зайти просто в лодку не могла. А, что? Что это, подожди, стоп, остановка. Ёптите. Подожди, вот взяли какие-нибудь блоки нафиг, вообще не забраться, боже мой. Оп. Я так понял, остановка наша здесь. Мы нашли какой-то маленький островок. Окей, окей, конечно, я трачу дерево, ну ладно. Это что, у нас новый дом? А что он такой маленький? Пацаны, собираем. Бача, мы никого не забыли? Мне так кажется, мы кого-то потеряли. Мы забыли термо. Терм! Братан! Нет! Терм утонул. Неужели Терм погиб? Так, подожди, я вообще сейчас на клавиатуру посаду. О, все. Ну что ж, боже мой. Да согласен, полная жопа. Мы встретили какой-то мини-островок. Сейчас я тебе попью, надо успокоить. Терм! Короче, все, я тут тусуюсь. Ты понимаешь? Не, океан не в рот. Что это сейчас было? Цунами, Кик, это цунами было. Это впервые с нами такое. Брат, вы тут, Терм? Да, собирайте вот именно, я пока попью. Господи, ребята, извиняюсь, что мы орём. Боже мой, это... Цунами, боже мой, ребята, ору. Цунами. Тихо. Цунами, быстрее, вон оно. Боже, тихо. Ёпти, садитесь по машинам своим. Быстрей. Все, садитесь! Ёпти, на сати!
Он очень быстро приближается. Садитесь по лодкам, по лодкам, по лодкам. Быстрее. Макс! Макс! Садитесь. Эй! А, Аня тут остается. Ну, окей. Окей, Макс. Аня, с Васей все поплыли. Я не знаю, куда плыть сейчас. Я не знаю. Ёптеть! Пацаны, валим. Не, пацаны, пацаны. Подождите. Так она маленькая. Подождите, так она маленькая. А вы как хотите, я тут остаюсь. А, ну окей. Если тебя затопит это цунами, ну окей. Все, погнали. Выплываем. Я не знаю, куда мы сейчас приплывем. Я не знаю. Но у нас есть ресурсы. Мы сейчас можем отстроить себе что-нибудь. Но, блин, это просто какой-то кошмар. Сейчас я играю без Клавы временно. Потому что я сейчас доплыву, потому что... Так, что она там? Хотя она маленькая, можно было там и остаться, в принципе. Окей. Окей. Аня осталась там. Ну, окей. Окей. Я ничего не говорю. А, у нас никогда еще такого. Я понимаю, херобрин. Мне так кажется, это что-то получается. Подождите. На. Плывем обратно? Мы сейчас посмотрим. В смысле нет цунами? Не, я видел, что там маленькое цунами. Но, блин, потом как... Потом когда-нибудь за мной придете. Ну, окей. Давайте сейчас, короче, приплывем туда. Нет, ну, цунами есть. Ёптеть. Пацаны, сейчас будет самый страшный момент в моей жизни, боже мой. Мы плывем прямо на цунами. Вдруг там плот будет, вдруг там огромное цунами движется. Вдруг. Может, она просто не прорисовывается. И мы сейчас ее это, лагает, как у негра. Согласен, лагает. Но, по крайней мере... Или, пацаны, будем уплывать. Да, понятно, все. Кстати говоря, цунами идет? Да, она идет. Она сейчас, короче, все затопит, абсолютно. Это просто какой-то кошмар. Так, я им предложил вернуться на тот плот, так что мы сейчас туда плывем. Я так понял, Аня остается. Окей, все, погнали. Я не знаю. Сейчас мы посмотрим. Охереть просто. Идите без меня. Тут еще цунами. Она тут еще больше. Она и на один блок выше. Еще там на один блок выше. Она все затапливает. Она все затапливает. Пацаны, давайте. Но главное то, что мы в Майнкрафте не падаем ничего. Ну, все нормально, типа. Йоп. Давайте. Посмотрите! Все ушло под воду! Бризы. Охереть! Кстати. А что это надо поселиться? У нас будет подводная база. Подводная база. Подводная база. Только проблема. Как мы это всю воду... Что за дичь? А! Узбеков не мусорку. Ё-моё. Парковка обратно. Не, пацаны, кто куда? А я не знаю. Ёптеть! Пошли в жопу. О, жить я. Даже жить я остался живой. Офигеть. Терм! Брат! Терм, узбеки, без обид. Привет, брат! Ты живой? Боже мой! Я сейчас на клаву подключаюсь. Обу, как же лагает! Ребят, извиняюсь, что у вас лагает, но, блин, ребят, это... Вы сами понимаете. О, это кошмар. Посмотрите, все затопило! Вот где тут? Вот этот... Офигеть! Это просто какой-то кошмар. А что если нам реально поселиться в этой лаборатории? Типа, это единственный способ там... Что нафиг? Я один блок сломать нормально не могу и поесть. Ну, походу, не знаю. Боже мой, как же лагает. Или надо уплывать куда-нибудь еще. Я не знаю, но это наш единственный сейчас дом. Я думаю, все, цунами закончил. Видите, она не идет, ничего, все окей. Что там кто деньги? О, смотрите, боже мой. Кстати, акулы, где как акулы? Мать моя женщина, боже мой. Собирай, офигеть, посмотрите, все затопило. Офигеть. Ребят, это самая, наверное, грустная серия, потому что, ребят, наш плот затопило. Можно поселиться в лаборатории, только нам нужна губка. А где нам взять эту губку? Нам можно... Почему у Бризов красная морда там? Окей. Макс, ты что тут делаешь? Ну что ж, наш там плот. Мы остались в том же плот. Мне тоже, да, я, да, Денчик, я сам что. Макс, арбуз. Вот ты в шоке.
Я тоже. Волосы цвет Майнкрафта, не просто мой рай. Кошмар. Это самая грустная серия, ребят. Выживание в океане, потому что реально, мы тут остаемся. Да. Ну, Аня, походу, там осталась. Но мне так кажется, если скоро времени станет скучно. И я решаю нам отправиться на самый первый наш поп. Давайте я сейчас, наверное, отдаю. Я решаю прямо сейчас нам взять и отправиться. И как бы все. Так, мы сейчас берем. Я сажусь сюда. Все, пацаны. Аривидерчик, как говорится. А я поеду. Я сейчас приеду. Со мной кекс. Ну, окей. Все, мы поплыли. Мы сейчас просто посмотрим, что там творится. Потому что неизвестно, что там с нашим старым плотом. Что там обрыв? Там обрыв, ёпти. Так, тихо, Кинг. Сейчас будет турбулентность. По-другому это еще и как-то зовут. Ёпа! Офигеть, ребят, как круто было сейчас. Вот это реально круто было. Так, опа, поднялись. Так, что тут? Я ни хера не вижу. Ну, ребят, вы все видите, потому что я осветлил. Ну, как бы у меня 100% зрение. Ребят, темно. Плохо достаточно все. Да, вода поднялась, это точно. Где вообще все? Что? Где наш плот вообще? Что это? Ёпти. Мы куда? Да я не знаю, боже мой, где? Где мы нафиг? Я вообще не понимаю. Окей. Я вообще не понял, что это сейчас за баланс, за кучка говна, в прямом смысле этого слова. Окей, так, все. Нашего первого плота больше нет. Как я понимаю, потому что я его не вижу. По-другому. Ну, типа, все, ребят, его нет. Это кошмар, это... Что это? А, боже, это огромное вот это вот цунами, которое уже... Все, тут уже... Кошмар. Цунами, все, она сама, вода просто поднялась. Ой, ёп! Садись! А-а-а! Боже, кошмар! Кошмар, кошмар! А-а-а! Ёп-оп-оп-оп-оп-оп! Садись! Боже мой, да за что мне это, ёп? Сядь, оп! Я сесть не могу! С нами акулы! А-а-а! Я сажусь. Я не могу сесть просто. Меня лагает жестко. Все, это капец. За нами акула. Потом, сейчас она всплывет. Где она? Стой! Стой! Ёпти. Давай, садись. Садись. О, все, сел. Кинг, садись. Все, сел. Ёпти. Какой же кошмар. Все, поплыли. Ребята, это кошмар какой-то. Я думал, о боже, мы уже проплыли нафиг, ну-ка быстро. Здорово, мы на разведке были, всем здорово. Оп. Ой, ёпти. Это просто конкретный на букву П. Я по-другому это еще никак не носил. Аня осталась там. Нам нужна губка, чтобы все высосать. Кстати, а вода, интересно, уйдет? Типа, уйдет назад? Может, она уйдет как-то и все будет окей? Если так и будет, но будет круто. Но мне это кажется, ребят, навряд ли, потому что, блин, все. Это какой-то кошмар. Ребят, ночь на дворе. Давайте посидим. Давайте обдумаем план вообще. Сейчас будем думать план. Куда будем плыть и как будем выживать. Даже не думаю. Только что с тебя ударила молния, у нас и молния, и то, и это, что-то не думаю. Ой, ребят, так посплю. Устал я. Да ладно, пофиг. Окей. Мне кажется, нам поможет станет Стерма. Да как он нам не поможет? Может, давай, станцуй мне. Может, станцуй, давай. Нет, если серьезно, то что нам сейчас делать? Вы потом когда-нибудь за мной придете. Когда-нибудь за мной придете? Так ты же сказала, там останешься. Вы потом когда-нибудь за мной придете? Я не знаю. Приедете? А? Через 2 серии. Неа. Бедная Аня, она останется там. Ну, я не знаю, ребят, мы пережили цунами. Это уже радует. Хоть что-то. Но... Херабрин, мне так кажется, возможно, это его проделки. Или Посейдону, например. Но, кстати, а реально, может, это Посейдону проделки, например? Может, он специально зато из-за Рио в аду можно. Ад. Точно. В аду. Ёптить-моптить. Точно, в следующей серии. Ну, согласен, да. У меня 12 штук обсидиана. Так, значит, в следующей серии мы будем отправляться в ад и там жить.
будет следующий по ходу сезон выживание на одном блоке в аду. Но навряд ли. Но, скорее всего, он уже так и называться будет. Это просто конкретный кошмар. Я не буду в аду жить. Окей, мы переедем. Ладно, ребят, всем удачи, всем пока. Ссылка на мой телеграм в описании. Там вся информация, я выкладываю моды. Всем удачи и всем пока. Слушай, а Кинг, а ты прикольную идею предложил? Давайте станцуем, давайте. Давайте танцуем. Опа, танцуем. Вот это, конечно, я понимаю. Серию окончили, все шикарно. Теперь можно только, да тут теперь потанцевать можно. Главное, что мы выжили, ура! Может, а луну полить? Кстати, реально можно, ну, блин. Только попробуй. Только попробуй, сейчас взорвать, сейчас звон. Че? Что за дичь? Меня сейчас... Да, все, танцуем дальше. Опа-опа-опа-па, вот это, конечно, я понимаю. Танцуем, давай, Кинг, танцуй. Опа-опа-опа-па, а чё другие не танцуют? Что вы делаете, идиоты? Сейчас плод сгорит! Офигенная бонусная сценка, конечно. Убирайте это все, я не могу. Ёпта, согласен просто. А, это просто какой-то кошмар. Не команда, а сумасшедшие. И вот говорю же, да надо их всех убить. Я же говорил.